Дмитрий Тарасов. Мануэль Фернандеш. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждая из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждая из них постарается выиграть. Барк Усуфа. Дмитрий Тарасов. Внимание, Пейчинович. Здорово было задумано. Жаль, не прошло. Умар Ньяссе. И этот штрафной может быть очень опасным. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Какой шанс! Вратарь! Вот это сейв! Это угловой. Вратарь первый на мяче. Выигрывает борьбу у защитника. Армейцы отобрали мяч. Думбия. Есть брак в передачах. Теряют мяч на ровном месте. Из-за боковой будет мяч введен в игру. Понтус Венму. Ахмед Муса. Алексей Березуцкий. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Алан Загоев. Шанс у ЦСКА. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Великолепная игра в пас. Он бьет головой и забивает. Отличная атака, отличный гол. Посмотри, как момент поймал. Идеально выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь без силы. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитника. Посмотрим за этой атакой. Барк Усуфа. Мяч потерян, он у игрока ЦСКА. Кирилл Набат. Ахмед Муса. Статистика показывает, что мяч чаще находится у армейцев, и тем не менее команда проигрывает. Здесь стоит отметить, что соперник... Сейду Думбия! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Спасает вратарь. Мяч у него. Мануэль Фернандеш. Барк Усуфа. Понтус Бернбо. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Барк Усуфа. 2 минуты, и прозвучит свисток арбитра. Виталий Денисов. Дмитрий Тарасов. Александр Самер. Барк Усуфа. Хорошо, атака развивает. Александр Самедов. Штанги спасает, но игра продолжается. Может быть опасно у ворот ЦСКА угловой. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Умар Ньяссе.
угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. Некоторым командам, да, минимально. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Попытка обострить игру. Барк и Суфа. Виброс в надход. Ахмед Муса. Понтус Бернул. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Виброс Надху. Аланд Загоев. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Роман Шишкин. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Виброс Надху. Сейду Думбия. Мяч в зоне атаки. Опасно как! Зоран Тошич! И на месте голкипер. Ведран Чорлук. Есть вариант. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Виброс Надху. Ахмед Муса. Кирилл Набабкин. Ведран Чорлук. Защитник выносит мяч. Алан Загой. Великолепный дриблинг. И судья указывает на точку. Судья указал на точку, и игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр счел 11-метровый удар, наверное, не... Удар с пенальти, гол! Футболист сделал то, что от него требовалось, забил. Гол есть гол, пусть он и забит с 11-метрового удара. Счет снова равный, 1-1. Алан Загоев. Виброс Надху. Мяч сыграно. Барк Усуфа. Опасно! Умар Ньяссе. У нас появляется лидер в счете. Смотрим повтор. Ну и где же был вратарь? Кукурузу, видимо, охранял. Именно поэтому задача игрока с мячом была максимально простой. Попасть в створ. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Какой прекрасный пример. Штрафной удар.
Ахмед Муса. Такими действиями игру не обострить. Отличный чистый отбор. Барк Мусуфа. Алан Дзагоев. Зоран Тошич. Может получиться интересная атака. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Кирилл Набат. Виталий Денис. Мяч будет введен из аута. Парк Мусуфа. Майкл. Умар Ньяссе. Отстает ЦСКА от соперника на один гол, и этот гол нужно забивать. Зоран Тошич. Алан Дзагоев. Думбия. Есть варианты для паса. Биброс над. Да, с таким защитником им и вратарь не нужен. Вот молодец. Кирилл Набабко. Понтус Берн. Дубе. Штрафной удар в такой важный момент. Вратарь намертво забирает мяч. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Роман Еремин. Алан Дзагоев. Арбитр считает, что здесь было положение вне игры. Как мы видим, он абсолютно прав. Оборона сегодня играет очень слаженно и не первый раз уже ловит офсайдную ловушку. Судья решил добавить 3 минуты. Умар Нияс. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Георгий Щенин. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас продолжительный и троекратный финальный свисток. Команда завоевала 3 очка в матче со своим принципиальным соперником. Отличное начало. Ну, прямо скажем, посредственная игра в его исполнении. Ну что тут еще... Барк Мусуфа. Умар Ньяссе. И это ж... Какой шанс! Врата! Вот это сейв! Это угловой. Великолепная игра в пас. Он бьет головой и забивает.
Думбия. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Спасает вратарь. Мяч у него. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. Александр Самедов. Штанга спасает, но игра продолжается. Удар с пенальти. Гол. Опасно! Умар Ньяссе. У нас появляется лидер в счете.